Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня представители Союза женщин к нам пришли в студию, что особенно приятно. И так получилось, что одна женщина еще и депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Речь идет о Елене Анатольевне Верховых, которая у нас когда-то была гостьей уже давно. Но тогда она еще не была депутатом. Видимо, благодаря нашей программе стала. Ну да, да, конечно. Частично. Благодаря вам. Да. Вот. А вторая замечательная дама – это социальный предприниматель, активный участник Союза женщин России и вообще очень активный человек Людмила Вячеславовна Кострова, которая тоже впервые у нас. Я впервые. Да, впервые. Но я думаю, что не последний раз, потому что та энергетика, которая идет от наших гостей сегодня, она, конечно же, дорогого стоит. Но если позволите, первый вопрос придется депутату адресовать, потому что я депутат, да, да, отвечает, да, за все. Ну, если говорить серьезно, Елена Анатольевна, я знаю, что у вас прям недавно событие было, где члены, значит, Союза женщин России принимали участие в международном проекте. Вот расскажите немножко об этом. 6 октября по приглашению президента Союза женщин Подмосковья Екатерины Юрьевны Богдасаровны пригласили Люберецкое отделение Союза женщин России принять участие в бизнес-завтраке в Доме правительства Союзом женщин Арабских Эмиратов. И нам было безумно приятно то, что наше Люберецкое отделение было представлено такими сильными промышленными предприятиями, которые руководят женщины. Это Пехорский текстиль, это было одно отделение, швейное отделение «Монолит» Тамани Лукоянова, фабрика «Волшебница», которую возглавляет тоже женщины, уникальное предприятие, которое у нас находится в Люберце, Natural Factory, тоже Анна Олеговна Хабарова. Потом у нас уникальная, то есть единственная такого рода компания, международная корпорация «Асептика», которую возглавляет Ольга Анатольевна Пелихаты. И было приятно еще, что с нами была Людмила Вячеславовна Кострова, которая возглавляет такую компанию, как «Люберецкий сувенир». И женщины Союза женщин Арабских Эмиратов, они были удивлены. Так. Да, очень удивлены. Во-первых, профессионализмом в нашем женщин, разнообразие промышленности. Профессии, прежде всего, наверное. Да, профессии, да. Угу. И так как у нас, у Союз женщин есть такой, как бы, девиз «Союз женщин – сила», и, это получается не только в российской, да, но уже мировой, потому что арабские женщины, они сказали, что у них женщины тоже сейчас активно возглавляют некоторые... Вовлекаются в бизнес, какие-то социальные проекты. Ну, все-таки больше у них мужское. Мужское, да. Да. Там у них здесь еще пока, да. Да. Да, а здесь они были удивлены, да, в Подмосковье, во-первых, что у нас не просто огромные, женщины с таким производством, уже с мировым знанием. И вот они пригласили 8 марта 2023 года, у них будет форум, и они пригласили всю нашу делегацию принять участие. А, то есть туда поедете? Да, да. Слава богу, уже времена наступают, когда офлайн все, поэтому есть надежда, что очно. Да, но они в том-то и дело, они же по приглашению правительства Московской области посетили. Это будет ответный визит. Да, и возглавлять будет делегацию Екатерина Юрьевна Богдасарова. Вот я Людмиле Вячеславовне хотел такой вопрос задать. Бизнес-вумен же, да, есть такой, вот сейчас назвали такой список. Угу. Вообще такое ощущение, что в городском округе Люберцы одни женщины бизнес-вумены работают, да? Нет, просто мы активные. Активные же. Есть же еще, которые не успевают активностью заниматься, но при этом тоже занимаются делами. Вот скажите, сегодня женщина на таком руководящем, что ли, этапе, это нормальное явление? Или все-таки мы по-прежнему считаем, что женщина – это 8 марта, мы вспоминаем? Да я думаю, что это вполне нормальное явление, достаточно распространенное. Нет, я-то за. Просто я имею в виду, что вот вы сейчас называете, да, я уверен, что многие люберецкие мужчины просто не в курсе, что у нас женщины так хорошо умеют руководить предприятиями. Умеют хорошо руководить. А что должно быть для женщины руководителя? Это какое главная черта характера? Боевой быть такой? Я думаю, что она просто должна любить то направление деятельности, которым занимается. Которым разбирается. Которым разбирается хорошо, и этого более чем достаточно.
Ну и потом она должна уметь руководить. Не сама работать, постоянно руководить. Ну да, хороший директор, это когда все работают, все замечательно. Но при этом вы же занимаетесь подбором кадров. Значит, у вас есть те люди, которые тоже должны хорошо делать, заниматься своей работой. То есть в этом, наверное, ваша... Ну, про, естественно, подготовка кадров, их профессионализм, это во многом определяет то направление, в котором ты работаешь. Ну, так, мне кажется, в любой сфере. Так, в любой сфере. Да. Ну, просто женщина-руководитель, это... я встречался с разным, да, особенно, например, там, женщина-генерал. Кажется, что это нереальность, да? А на самом деле такие есть, и они очень интересные, потому что когда ты видишь, как вокруг генерала бегают майоры и подполковники, и прямо вот ты даже не знаешь, как себя вести. Вот. Но если говорить серьезно, то для женщины-предпринимателя сегодня созданы условия в городском округе Люберцы, чтобы она могла не только заниматься работой, но еще участвовать, как мы понимаем, в общественной жизни. Ну, в округе вообще много делается. И у меня предпринимательский стаж не очень большой. Я не так давно открыла свою фирму, где и работаю. Mm-hmm. Да? И поддержка со стороны администрации в проводимых мероприятиях в самом направлении работы, она достаточно большая. Хорошо. Ну, а теперь вопрос к депутату, опять же, депутатская работа. Как вам работается, можно сказать, молодой депутат? Ну... Я уж, извините, Николай, пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить всех избирателей, которые 11 числа пришли и проголосовали за меня. И... Вы ожидали, кстати, этого? Но все-таки волнение? Что... Нет, это было волнение, потому что когда именно, опять же, из общественной жизни мои подруги по Люберецкому отделению «Союз женщин России», они говорят: Елена Анатольевна, надо все-таки идти во власть, потому что мы бы хотели, чтобы вы наш голос представляли наши интересы. То есть они вас подтолкнули к этой истории? Да, именно мои подруги, потому что, ну, я считаю, что было достаточно много хороших кандидатов. Но мои подруги приложили все усилия, чтобы все-таки... Победили. Победили. А как вам сообщили об этом? Позвонили или как? Или сказали, идите, придите, заберите удостоверение? Как это было? Нет, это было все волнительно, конечно, потому что работали это участковые избирательные комиссии, когда уже это был... Подсчет? Да, итоговый протокол, и, конечно, да, победа была. Ну и мы вот сейчас будем все чаще приглашать депутатов вот этого нового уже состава. И, конечно же, мы не можем обойти вопрос, как там сейчас в Совете, чем занимаетесь в последнее время, и как вы представляете Союз люберецких женщин? Ну, у нас всего было 3 заседания. Ну, самое главное такое, я считаю, было вчера. Мы вчера избрали главу. И теперь уже... Да. Глава, да. Вы, все вместе, все люберчане, будем заниматься делами. Да, настроены. Ну, за время предвыборной кампании очень много наказов, которые, как вот председатель нашего совета Владимир Петрович Ружицкий, у нас всех собрал, сказал, что и все наказы должны быть выполнены, чтобы мы были на контроле. Конечно, избиратели, кто-то пишет, там, ну, на WhatsApp, у нас такая связь, либо это WhatsApp, Telegram, либо даже кто-то выходит на связь через соцсети, есть дни приема. Вот. В первую очередь это выполнение наказов. Это на контроле у председателя. Ну и тут возникает, конечно же, когда у политика, в данном случае вы уже политиком являетесь, да, женское лицо, и это значит на вас так или иначе, тем более Люберецкое отделение Союза женщин России, это масса вопросов, которые связаны с женщинами. Да. Вот тут, конечно же, этот вопрос я вам адресую, но чуть позже. Пока вот Людмиле Вячеславовне, скажите, а женщина сегодня может повлиять в городском округе Люберцы на депутата-женщину и поднять какие-то вопросы, которые, ну, остро стоят с точки зрения женской социальности? Я имею в виду дети, педагогика, медицинская сфера и так далее. Потому что вы же активный участник. Именно на депутату-женщину? Да, ну вот вы же теперь через нашу вторую гостью Елену Анатольевну можете... У меня как бы больше депутаты-мужчины. И я хочу сказать, что вообще весь депутатский состав, который сейчас выбран, он радует, потому что открыт к населению. По крайней мере, и по месту расположения своего как бы производства, и по месту проживания я отказа от депутатов в решении своих проблем нигде не... То есть вы в контакте находитесь?
находитесь, то есть вы обращаетесь. Потому что существует просто масса вообще, даже мелких очень вещей, которые, или дел, которые ты только посредством их можешь решить. Я всем благодарна за поддержку. То есть правильно я понимаю, что у нас же есть люди, которые говорят, вот депутата выбрали, а я и не знаю, кто у меня депутат. Который, она кстати, просто поинтересоваться и попробовать выйти с ними на контакт. То есть механизм работает? Работает, работает. Понятно. Тогда возвращаемся к социальной сфере. Вот что вы, как раз уже три заседания было, какую-то комиссию уже распределились, вы были? Да, меня назначили, я возглавляю комиссию по предпринимательству малому и среднему бизнесу, сфере услуг. Да, у нас комиссия уже была. Там как раз положение о нестандартных объектах, изменения. Была такая достаточно жаркая дискуссия, и члены комиссии отправили этот проект на доработку, потому что цель нашей все-таки комиссии – облегчить жизнь предпринимателей, не усложнить, а облегчить. И очень много вопросов в изменении в это положение. Естественно, очень все члены комиссии, которые у нас в Совете депутатов, грамотные предприниматели с большим опытом, то есть и вердикт такой, то, что наша задача не усложнять, и, чтобы... То есть упрощать жизнь людям. Упрощать жизнь людям, а тем более те, которые рискуют и начинают заниматься предпринимательством. Ну и вот Людмила Вячеславовна, как она призналась, рискнула. И она тоже... Мы во второй, кстати, части поговорим. У нас же праздник большой, тем более вы попадаете вот новый совет выбранный, он попадает в этот водоворот событий, который будет связан с 400-летием городского округа Люберцы. Будет много-много всевозможных мероприятий. В том числе вот и Людмила Вячеславовна неожиданно тоже в нем примет участие. Это благодаря своей уже деятельности. Во второй части мы об этом поговорим. Людмила Вячеславовна, а соседи, люди, которые вас окружают, родные, близкие, которые живут в городском округе Люберцы, имели право на голосование, они поучаствовали в выборах в этом процессе? Кого я знаю, большинство да. Большинство да. И мне кажется, вообще это самые какие-то значимые для каждого человека выборы. Когда мы выбираем власть, которая рядом с нами находится, к этому нужно относиться серьезно. Которые будут решать те вопросы. Которые будут решать непосредственно наши вопросы. К этому надо относиться не только серьезно, но и с доверием. И тогда не забывайте еще спрашивать с власти. Тут у нас в этом плане хорошо поставлено. В обязательном порядке. В обязательном. И я почему так... Сейчас Елена Анатольевна меня так посмотрела, внимательно. Да, потому что, конечно, стать депутатом, я понимаю, это, во-первых, это доверие людей, безусловно. И я доволен, что те люди, которыми мы уже много лет здесь общаемся, с разными людьми, вдруг неожиданно человек становится депутатом, а ты уже знаешь его лично, и ты уверен в том, что, по крайней мере, ответственность, то есть человек не отмахнется, и будет принимать те решения или помогать, и участвовать. И как вы сейчас сообщили уже, что что-то отправили на доработку. Потому что у некоторых, опять же, есть такое мнение, что только все голосуют за. А надо работать и надо жить. Да, то есть это внимательно, поэтому учитывать интересы. В этой комиссии была именно учитывали интересы именно предпринимателей, потому что сейчас достаточно сложное время, и цель, чтобы вовлеченность людей больше в предпринимательство, потому что чтобы создавались новые рабочие места и заработная плата, соответственно, это отчисления, это налоги, это формирование бюджета. Работа государства. Да, то есть... Вот здесь мы сейчас сделаем паузу, потому что такой важный момент. Через некоторое время продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Елена Анатольевна Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза женщин России, Людмила Вячеславовна Кострова, предприниматель, причем предприниматель с социальным еще уклоном, мы об этом тоже поговорим, и активный участник Союза женщин России. И даже, кажется, неожиданно так наша тема сложилась, что женщины... рулят бизнесом, что, на мой взгляд, приятно, потому что Елена Анатольевна у нас представитель целой комиссии. То есть она несет ставит последнюю подпись, когда документ принят. Мы остановились на том, во второй части, что предпринимательство – это залог здорового
общество, да, когда есть рабочие места, когда есть продукт, который делается, когда, в общем-то, все довольны, плюс налоги, за счет которых живут пенсионеры и так далее. Вот я понимаю, что только-только вот совет сейчас выходит на такую уже постоянную работу, времени будет много. Скажите, вы уже как-то общались с предпринимателями, собирали их? Как вообще идет? Потому что предприниматели, они же разные бывают. Кому-то, как говорится, да не нужно ко мне тут, я тихонько сижу в своем уголке, не трогайте меня. А другой предприниматель, наоборот, нуждается в помощи. Вы как с ними общаетесь? У нас в городском округе Люберцы очень много лет существует Союз промышленников предпринимателей. Так. И за годы, опять же, и общественной деятельности, и мы с ними дружим. Естественно, когда я возглавила эту комиссию, и есть какой-то план работы, я попросила, чтобы они обозначили, какие вопросы, которые бы это хотелось бы... Поднять. Многие предприниматели всегда с опаской. Лучше нас не трогайте. Да, лучше нас не трогайте. Но наоборот, говорит, мы там составим, Лена Анатольевна, только вы тогда держитесь. Да. Поэтому у нас такая хорошая комиссия, да? Рабочая, которая работает, собирается. Да, которая собирается работать. То есть вы сейчас, я так понимаю, бросите какой-то клич или уже бросили. Собираете эти все заявки. Наверное, делают... Наказы. Да, наказы. И вопросы от конкретных людей, которые занимаются бизнесом. А, Людмила Исламовна, а вы какой-нибудь наказик уже дали? Нет, я его пока формулирую. У меня есть. Она больше обращение, наверное, не к нашему даже депутатскому корпусу, а более в высокие инстанции. Но думаю, что буду именно к ним, первичную организацию, обращаться. Опираться на них, да. Да. Поскольку направление работы связано исключительно с ручной работой, и в ней много задействовано тех незащищенных слоев населения, которые получают дотации от государства. И если не регистрируются как самозанятые и начинают получать доход, то есть возможность не получать дальше дотации. Ага. Я говорю, например, о том же сообществе Люберецкая «Особенная мама», да, где у наших мамочек больные детки. Да. То есть это возможность дополнительного заработка. А так, получается, мы у них можем убрать дотации. Дотации. Это же касается инвалидов, касается пенсионеров. Хотелось бы, чтобы в это непростое время именно к этой проблеме как-то подошли более серьезно и посмотрели возможности, что здесь можно рассмотреть. Ведь дополнительный заработок, он важен для этих слоев населения, он очень важен. Может быть, стоит определить, в каких пределах, чтобы легализовать это направление работы. Потом это действительно такой контингент людей, которые привязаны к ребенку. Да, которые все ненормированные рабочие дни. Не могут работать полный рабочий день. То есть не все законы, которые приняты с вниманием работают над этими людьми, то есть они могут попасть под какие-то... Да, а нам важно ведь вообще социализировать этих людей, вывести их из этого... тени грусти, где они находятся. Тем более они же сами, можно сказать, сорганизовались, молодцы, Люберецкая «Особенная мама». А я еще помню, мы когда-то с вами конкурсы у нас были женские, тоже. Да, это супербабушка. Да. Это я помню времена эти, это когда все сделано для того, чтобы и бабушки, и дети, у которых сложная ситуация, а мама, точно сложная ситуация, чтобы они не просто социализировались, жили нормальной жизнью. У нас были здесь представители самых разных таких организаций, и у них одна стоит, даже не проблема. Они уже сами это сделали, то есть им нужно просто помочь. А законы, которые принимаются, они же не всегда работают все на 100%, поэтому они и подправляются, поэтому поправки есть. А тут у нас как раз появляется депутат. И еще тут, что важно, предпринимательская история, которая сама по себе тоже сложная. Поэтому хорошо, что и плюс еще Союз женщин России, где все-таки женской силой можно немножко
поднадавить, да, как-то красотой своей, и вопрос можно решить. Но возвращаемся к серьезному, скажем, подходу. Как вообще в Совете депутатов к женщинам сейчас относятся? Наравне или все-таки как-то... Ну, я хочу сказать то, что у нас в Совете из 32 депутатов всего 3 женщины. Поэтому я считаю, что к нам относятся не просто очень хорошо, а просто индивидуально хорошо. Давайте мы вспомним, что все-таки приближаемся к событию в городском округе Люберцы. Это 400-летие. Наверняка будет масса на разных уровнях. Да? Где-то, может, дверь новую кому-то поставят, где-то дорогу подлатают еще раз лучше, где-то просто цветы подарят, что тоже хорошо. Но я знаю, что Совет депутатов уже потихоньку начинает, да, готовиться к этому событию. Да, ну, во время предвыборной кампании, то есть у нас сама предвыборная кампания, она была команда 400. Угу. И мы, естественно, к жителям обращались с пожеланием, ну, то есть просьбы, да, что бы вы хотели бы увидеть у юбилея города. Ну, так как я шла по 6-му избирательному округу, это Томилино, ЖК «Самолет», угу. Ну, «Выки», «Панки», у нас, ну, очень много таких просьб. У нас есть такой парк имени Лапса. Конечно, жители хотят, чтобы его, ну, до конца было произведено благоустройство, сделана мемориальная доска именно в честь кого назван это парк, да? Да, парк имени Анатолия Лапса, Героя России. У нас на территории вот 6-го округа есть фонтаны, да, которые вот жители просто очень хотят, чтобы, ну, фонтаны были отремонтированы. Забили. Да, забили, да. У нас, ну, жители, конечно, кто-то вот, у нас такая инициативная группа, они говорят, Лена Тольна, и там команда, которая шла от 6-го округа, они очень хотят, чтобы, ну, вот такая просьба, ну, подарок, да, чтобы специалисты были в поликлинике, стоматологию вернули. Ну, то есть, ну, то есть чтобы юбилей был, да, юбилеем. Да, да, чтобы юбилей был юбилеем, да. Потому что на самом деле Люберца на следующий год 400, и это такая достаточно большая, ну, серьезная дата, история у города. Большая. Да, большая. И люди у города хорошие. И люди у города люди, хорошие. Которые живут. И город спорта. Да. У нас постоянно спортсмены здесь. И все вот это нужно каким-то образом. Я так понимаю, что все еще будет приниматься. Ну, потому что, смотрите, у нас, смотрите, в Томилино есть театр кукол, но люберецкие жители тоже хотят, чтобы у них был свой театр кукол, и вот скоро его откроют. А люди есть, мы, да, знаем таких, да, людей. Которые... Вот. А есть еще огромное пожелание, чтобы был театр оперета, чтобы было с отдельным зданием. Понятно. Ну, у нас... Ну, и у нас совсем мало времени остается. Я знаю, что наш предприниматель целый, настоящий, вы же обе предпринимательницы, только одна теперь уже депутат. Да, предприниматель. А вторая – молодой предприниматель, да, так получается. Вот сувенирная продукция, которая здесь есть, это готовится тоже к 400-летию. Вот здесь, представляете, вы теперь в Люберцах сможете купить. Вот, «Я люблю Люберцы». Вот, «Любер», например, написано. Это история нашего города. История нашего города, да. Вот здесь уже замечательный, ставший популярным памятник. Это, я думаю, как карточка уже, да, визитная вот нашего города. Это, да, дорожные, да, блокноты, да. Александр тоже постоянно наш говорит. Даже ручки, на которых написано «Люберцы», то, что, в принципе, как обычно в город приезжают, хочу там магнитик, еще что-то. Да. А тут важно, что сделано не просто руками, да, а еще руками вот тех людей, женщин, которых вот вы говорили, которые... Да, мы готовимся серьезно к этому празднику, событиям. То есть совместно с мастерами мы сейчас отрабатываем разные и придумываем что-то новое из сувенирной продукции, потому что хотелось бы порадовать любимый что город. Люди-то приедут, и приедут гости какие-то, надо и же... Да, и люберчан, и гостей. И хочется, чтобы у нас была уникальная, интересная, своя люберецкая сувенирная продукция. По городам другими весь мы ездим много, смотрим. Да, и хочется, чтобы она отличалась от обычных. А мы хотим, чтобы наша была сразу в глаза. Самая лучшая. Да. Потому что у нас даже само название «Люберцы», да, то есть если
Люберцы – это про любовь. Люберцы, если мы что-то здесь призываем, это с любовью, да? Да. Вот. И дарим любовь. Да, дарим любовь, потому что на самом деле даже в столь трудное время нам жизнь дает именно вот эти флюиды любовные. А когда это говорит еще председатель Люберецкого отделения Союза женщин России, то любовь умножается на два. Да. Спасибо вам огромное. В нашей программе сегодня принимали участие депутат, молодой депутат, Совета депутатов городского округа Люберцы Елена Анатольевна Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза женщин России. Я думаю, мы еще не раз увидимся, потому что будем депутатские программы делать. Людмила Вячеславовна Кострова, социальный предприниматель, активный участник Союза женщин России, человек, который внимательно работает со своими всеми подчиненными, которые занимаются ручной работой. Вот сейчас даже сувениры готовят к 400-летию. Не буду пока поздравлять с 400-летием. Подождем, пока наступит. Но готовиться надо уже сейчас. Да. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.